Игорь Губерман, Дарья Донцова, Лариса Рубальская, Мария Метлицкая, Сергей Литвинов и многие другие знаменитые писатели стали авторами сборника «Как я изменил свою жизнь к лучшему». Они поделились своими историями о том, как преодолевать трудности и никогда не сдаваться. Книга сразу завоевала любовь читателей, и именно о ней нам расскажет доброволец России Елена Севцова. Люблю книжные магазины, очень люблю туда приходить. В основном прихожу туда за Гришковцом Евгением, это вообще мой любимый писатель. Честно говоря, просто не смогла выбрать ту книгу, которую здесь рассказать и прочитать. Вот. И прихожу, очень много книг лежит, и получается вот это лежит как-то обособленно. То есть здесь гора книжек, а она одна такая, и вокруг нее вообще ничего не лежит. Думаю, как-то странно. И так я читаю, как я изменил свою жизнь к лучшему. Думаю, наверное, какие-нибудь там тренинги, нужно сделать то, сходить туда в полнолуние, я не знаю, тоже что-нибудь еще провести, завести какой-нибудь ритуал, и ваша жизнь точно изменится к лучшему. Ну, как обычно, там, я не знаю, книги по астрологии или еще что-нибудь, да? А здесь такая, ну, думаю, не просто так она лежит, думаю, не просто так меня судьба, видимо, к ней привела, и открываю, как раз вкратце описывается, да, эта книга, то, что это как раз-таки современные писатели пишут о своей жизни, реальные истории. Думаю, ну, а почему бы не взять, почему бы не почитать? И действительно не пожалела. И вот этот вот момент, то, что она лежала обособленно, возможно, это вот как раз тот момент, то, что вот как кнопка такая сработала, что возьми меня, пожалуйста, чтобы не взгляд не отвлекался на то, что лежит вокруг. И вот на тот момент не пожалела, взяла ее, и вот действительно сейчас это буквально настольная книга, которую перечитываю уже действительно не один раз. Лет там с 12-14 можно смело брать эту книгу и в дальнейшем уже просто, ну, не ограничиваться. Будь ты там, я не знаю, 45 лет, 70 лет. Книга, честно говоря, напоминает такой своеобразный твиттер. То есть каждый из современных писателей делится какой-то своей определенной историей, выраженной в такой небольшой рассказик. И у каждого действительно история своя. То есть кто-то рассказывает про близкого человека, кто-то рассказывает свою личную историю, как, например, он пришел к писательству, как начал замечать, например, приятные мелочи, да, вот в вещах, которые раньше, например, даже вот не обращал внимания на них. И все, ну, действительно, кирпичик за кирпичиком строится в такую одну большую красивую книгу, которая просто, я не знаю, излучает из себя положительную энергетику и действительно заряжает позитивом, действительно хочется двигаться дальше, постоянно поднимает настроение. И что хорошо, да, например, авторы разные, и каждый пишет по-своему. И, например, прочитав один рассказ, тебе не хватает, тебе хочется послушать от этого автора, ну, почитать еще что-то. И, ну, то есть, например, у меня рядышком всегда лежал блокнотик, я выписывала автора и дальше уже искала какие-то другие, например, книги, рассказы там и так далее. Или были такие авторы, которых было действительно сложно читать. Например, некоторые рассказы откладывались на потом, то есть книжка на время забывалась. Ну, потому что не мой автор был, и читать достаточно тяжело. Но в большей степени эта книга легкая и действительно настраивающая на такие позитивные эмоции. Могу с уверенностью сказать то, что эта книга действительно изменила мою жизнь к лучшему. Не так, чтобы прям совсем кардинально, да, была плохая жизнь, а стала хорошая, да, не так. Но действительно свой какой-то плюс она точно внесла. С тех пор, когда меня вдруг посещает соблазн потолкаться в борьбе за какой-то престижный фастфуд или фаст-респект, я строго напоминаю себе печенюшки. И на мою душу немедленно не сходит покой. Я вспоминаю, что водная гладь по-прежнему то расстилается, то вскипает буранами, что ивы по-прежнему грустят, женские глаза сияют, а солнышко светит ясное и проливает свои лучи ровно, что на чистых, что не чистых. И по-прежнему мчатся тучи, вьются тучи, но вопреки всему сквозь волнистые туманы пробирается луна, и покой обращается в счастье. Я снова, как и в то утро на Коровьем озере, чувствую, что мир прекрасен, и я в нем тоже ничего. Книга «Как я изменил свою жизнь к лучшему». Рекомендую.